Если вам кажется, что с пятнами на ворсовых коврах и мягкой мебели справится только ваниш, то вы очень ошибаетесь. Не торопитесь бежать за дорогостоящими средствами. Сначала советую досмотреть этот ролик, и вы убедитесь, что и средства эффективнее и намного бюджетнее. У меня есть две поверхности для эксперимента. Пятно на этом диване не менее 2 месяцев, а пятно на ковре образовалось 2 часа назад. Эффективное средство для удаления пятен можно сделать самостоятельно за 1 минуту. Возьмите 0,5 литра теплой воды и добавьте в глубокую миску. Далее нам понадобится еще 3 ингредиента, которые, я уверена, вы без труда найдете на вашей кухне. Все точные пропорции я укажу на видео, чтобы вы могли сделать скрин экрана и повторить этот эксперимент со своей мебелью и со своими коврами. А использовала я уксус, средство для мытья посуды и пищевую соду. Далее берем обычную тряпку и приступаем к работе. Если загрязнения стойкие, можно использовать щетку. Ворсовые ковры очищаются в разы сложнее, чем мягкая мебель. Грязь впитывается в ворсинки и сложно выводится. Сначала я пыталась промыть пятно тряпкой, а затем решила оставить средство на 4 минуты и вновь промыть пятно. Со старым диваном ситуация была в разы проще. Даже самые застарелые пятна очищались на глазах. Диван, которому более 10 лет, стал намного чище. После очищения не забудьте протереть мягкую мебель чистой тряпкой. Теперь диваны и ковры буду мыть только так. Результат с чисткой дивана вы уже видите, а вот что стало с ковром. Друзья, благодарю вас за просмотр этого видео, обязательно делитесь им с друзьями и подписывайтесь на канал.